Аномальные холода и снегопады проверяют на прочность азиатский регион. В Японии температура местами опустилась ниже минус 30, а за выходные кое-где намело полутораметровые сугробы. Засыпало даже южный остров Осима, где снег последний раз был более века назад. Веса снежных шапок не выдерживают крыши домов. На дорогах сотни аварий, в аэропортах тысячи отмененных рейсов. Жертвами стихии стали 9 человек. Печальная статистика на Тайване. Там плюс 4, но для субтропиков это многолетний антирекорд. По данным местных СМИ, от переохлаждения скончались 85 человек.